приглашаются учителя, подготовившие 3 выпускников, набравших 100 баллов по результатам ЕГЭ. Учитель обществознания губернаторского многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей Оренбуржья Ирина Михайловна Бояршинова. Губернаторский многопрофильный лицей-интернат, конечно, это уникальное учебное заведение, в котором созданы великолепные условия для того, чтобы ребята получали замечательные знания, чтобы они могли не только реализоваться как ученики, но и как личности сформироваться. А для обществознания это очень важно. 98 баллов было ежегодно, но первый раз 100 бальники, да. Конечно, особая подготовка однозначно нужна. Все зависит только от самого ребенка. ЕГЭ настолько сложно, что однозначно только сидя на уроках и не делая дополнительно, подготовиться к ЕГЭ невозможно. Конечно, его можно сдать, получить проходной балл, получить 6, 60 баллов, 70 баллов. Но для того, чтобы получить высокий результат, необходима подготовка самого ребенка, самостоятельная, дополнительная. Нам приятно, что в этом году 162 выпускника 100-бальники, причем 8 из них по 2 предметам. Это очень высокий результат, один из лучших в округе и в Российской Федерации. И нужно сказать, что вот и губернатор, правительство, министерство поощрили в этом году 100-бальников. Всем были вручены практически многим из них автомобили. И вот сегодня будут чествовать им премии губернатора, вручаться за их вот ту работу, которая была сделана. Предусмотрена целая система поощрений, причем не только тех, кто конкретно готовил по какому-то предмету, но и учителей начальных классов, основных, то есть тех наших коллег, которые вели того или иного ученика, начиная с 1 класса до самого выпуска. Сегодня каждый россиянин должен вспомнить имена своих учителей. Позвоните своему учителю, поздравьте с праздником.